Человеком положено один раз умереть, а потом суд. Без праздников и выходных, согласно Божию закону, смерть обрывает наши дни для нас внезапно, вероломно. Здесь на земле и власть дана быть беспощадной даже к детям. Террор, насилие, война, кровавые трофеи смерти, болезни, труд. И в суете сегодня не проснулся кто-то, и в нарко-алко забытье в оковах сатаны народы. Причина смерти – всякий грех, любимый, тайный, откровенный. И это правило для всех. День судный будет непременно. За все придется отвечать. Все учтено, ничто не скрыто. И неподдельная печать хранит поток земных событий. Кто устоит на том суде перед владыкой вездесущим? Тот, у кого ходатай есть, Христос воскресший и грядущий. Он кровью оплатил грех твой, ты куплен дорогой ценою. Сегодня выбор пред тобой – быть с Богом или с сатаною. Аминь.